пойдем. Нет, ну хотя бы вот в альбоме. Тут я ее не вижу. Хотя бы вот в альбоме. Близко не надо, тут все наверху. Ну что? Это ты. Спасибо, спасибо, Таня. Пошли я. Кентавр есть у них? М? Кентавр есть? Кто? Кентавр.
Лошади? Да. Ничего себе, наверное, подскользнуть. Ты это понимаешь? Еще, по-моему, постаменты от этого дела. В общем, керамика была. Вот 35 лет практически. Но все, 4 все хочет и помнят об этом. У вас события много. Вот, к сожалению, отца ваш, отец не дождался этого. Полистайте. Топни ногой, чтобы он сюда посмотрел. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у меня очень приятная миссия. Мы открываем выставку династии художников Помеловых Валентина, Инессы и Федора. Я хочу от имени всех пущенцев поблагодарить художников за предоставленную возможность ближе познакомиться с их творчеством. А пущенцев всех поздравляю с этой прекрасной выставкой. И слово Альбине Трофимовне Симоновой, искусствоведу дома учеников. По раздумью, это, в общем-то, не так часто бывает. И мне довелось, я посмотрела эту выставку, а оттуда она уже пришла к нам. Всех этих художников, не только по их там генетическому родству. Дело даже не в этом, а вот той особой энергетикой, которая исходит от всех полотен, и по-разному. То есть вот этот накал энергии, этот градус вот этой вот энергетики, он у каждого свой, у каждого разный. Но мне бы хотелось поделиться кое-какими вот своими наблюдениями, и вкратце я просто постараюсь сказать несколько слов о каждом из них. Вот у Валентина Помелова. Там в начале экспозиции вы увидите, и это помогало, в общем-то, делать нам и выстраивать как-то экспозицию в целом этой выставке. Ранее работы. Он, в общем-то, художник, получивший образование как монументалист. И в ранних работах, там в портрете Инессы, в Светлане, мы видим вот эти именно черты обобщения, четкий рисунок, формы, именно вот все качества монументального искусства. Но, очевидно, по своему внутреннему дарованию, Валентин был человеком очень энергичным, мне не довелось его видеть с ним, быть знакомым, но исходя вот из работ, постепенно, как изучая работы, я вижу, как вот эта энергия его, его такое вот и в то же время драматическое какое-то мироощущение свойственно этому художнику, как это постепенно форма взрывается таким каскадом каких-то пятен, штрихов, очень энергичных, экспрессивных. И вот вы, если посмотрите там портрет «Москвичка», потом обратите внимание, есть, например, и также вот у девочки там в берете в красном, есть, например, лицо написано еще в манере монументального, это монументальной живописи, то окружение, фон и как бы такой вот идет взрыв вот этой энергетики изнутри. И этой россыпи такой заполняет пространство фона, ложится на одежды. Ну как бы лицо он еще пытается не трогать, он его как бы еще сохраняет. Ну потому как даже написаны волосы, как мощно проложен этот мазок, темперамент и мощно, мы видим вот тот накал, который в дальнейшем выльется в многочисленных его портретах. Ну, по портретам мы видим, что он любил писать, наверное, в основном друзей художников, тех людей, кто приходил в дом.
И чувствуется, что он был любим многими, судя по окружению вот, людей. Там вы увидите, как в этих портретах постепенно все более и более нарастает такое вот экспрессивное. Удается автопортрет художника, вот здесь вот он висит вверху. Вот, и вот это если во взгляде его глаз сведено, как бы, и вот в этой скромной складке рта. Это для этого портрета, я считаю, одна из лучших работ этого мастера. Более женский какой-то. Вот он, ну, как поставлены эти букеты, как они, что они выражают, эти цвета, которые есть в фоне почти каждой вещи. И, естественно, мазок тоже. Очевидно, вот обращение Нессы к живописи, именно к пейзажной живописи, объясняется именно этим желанием освоить физическое пространство, то, чего не может дать скульптор, ну, круглая пластика. И она обращается в своих работах, при общем тоже такой мазок. Какой он подвижный, живой, и он стелится по земле. В нашей выставке благодарю их за предоставленную возможность кучиться, познакомиться, хотя понятно, что... Вообще, нас просто балуют сейчас авторы Серпухова, и сейчас открытая сторона. Но я хочу немножко сказать про Валентина, и по содержанию, по форме. Ну, великолепная работа. Спасибо. Поздравляю вас. Спасибо, с очередной выставкой, которая очень интересна. И опять возвращаюсь вот к семье, с которой сидели несколько, потому что мы сегодня говорили, а вот Федор, вот как. Это смотрели. Так что спасибо вам за то, что щедрый. А можно мне тоже? Ну, я не знаю, огонь. Женщина огромная, сильная. Вообще так, таких мало на земле, таких энергичных, сильных. И она тащила все время всю семью на своих плечах. И она работала, и у нее прекрасные большие вот керамики растут. И слава Богу, что они есть. Я смотрю на нашу аудиторию, здесь очень мало старожилов города Пущино. Но те, кто... еще помнят 30-летней давности нашего города, или 40-летней, да? 30 лет назад, да, в 70-х, 35 лет назад. Инесс, вот 35 лет снова вы у нас, это очень приятно. И мне... Вперед. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Тут много гостей про Синопа, мы все... Вас с очередной выставкой. Желать вам творческих успехов. Вы знаете, мы, жители Протвино, гордимся тем, что у нас есть такие художники. Это династия художников, потому что не только Валентин, не только Инесс, не только Федор. У них есть дочь Полина, которая тоже прикладник. У них есть внучка, которая тоже, кажется, дарование. Мы надеемся, что в дальнейшем мы услышим ее как певицу, как музыканта. Вы знаете, мы хотим пригласить, я не хочу скрывать, что Инессе Александровне в этом году будет 65 лет. Несмотря на это, она, смотрите, как выглядит замечательно. Никогда не... Это мы можем совместно сделать выставку именно в пленарке. Да. Ну, Серпухова и Кучина. Так, пожалуйста, желаю еще сказать. Жидно совершенно, не запланировано, вдруг... Мы просто эту выставку взяли, привезли, вот Алина Андреевна приехала, отобрала работы. Я хочу сказать вот такой вот нюанс, вот Таня обратила на это внимание, и я хочу это подчеркнуть. Обычно все наши выставки, а мы делаем год по две, по три выставки, всегда делаю экспозицию я. Ну, я это уже знаю, и для меня это наши свои работы легко больше. Но вот тут я совершенно столкнулась, совершенно другим подходом, совершенно вот... Я вообще, откровенно говоря, даже не могла понять, как можно вот это все поместить сюда. Расфасовать, да. Альбина, в общем, мне нравится экспозиция, совершенно другой. Альбина, ты лучше скажешь.